А что нам девочка подкинет? Что-то она тонет! Какого хрена она тонула сейчас? Что нам девочка подкинет? Давайте поговорим с мистером Смутом, или как его там зовут? Привет, меня зовут Вэлла, как тебя зовут? Кто вы такие, ребята? Можете ли вы мне помочь? Кто такой... Джесси? Что за Джесси? Кто такой Джесси? Это большой голубой олигул, на котором приехала. А, правда? Пожалуй, я должна ему сказать спасибо. Но ты лучше прими мой совет, стой подальше от него. Кто вы такие, ребята? Мы принеры, конечно. Все-таки принеры, не знаю. Мы храним эти гнезда, чтобы они были в безопасности. Это очень важно. Такие принеры, надо посмотреть перевод. Перевода на русский, слова принера нету, так что не знаю, о чем идет речь. Можете ли вы мне помочь? Мне нужно вернуться назад к Sugar Bunting прямо сейчас. Ты из Sugar Bunting? Вот почему ты пахнешь как что-то там. Останься здесь и куда-то улети. Зачем ты торопишься? Фростинг это, по-моему, что-то сладкое, что наливают на булочки. Как это назвать? Подливка, что ли? По-моему, так. Это оно есть. Я только что сбежала с жертвенного жертвоприношения, и сейчас мог Чотра съест весь город. Ты что сделала? Почему ты вообще тогда убежала от такой чести? Это такое веселое дело. Надеюсь, Шелмаунд все дело пройдет более намного лучше. У нас это жертвоприношение было вчера, это было шикарно. Просто я думал, что мы можем сразиться с Могом Чотра вместо того, чтобы его кормить. О, это звучит ужасно. Почему кто-нибудь может нанести вред такому благородному существу? Бедный Мог Чотра. Они серьезно? Они серьезно, да? Надо вам тоже так... Вот так вот сделать, вот так вот, чтобы у вас вот такое на теле было вместо глаз. Вот, я не знаю, как это писать. Крестики, ну как-то крестики вместо глаз. Это как-то странно. Неважно. Но мне хочется их всех убить почему-то здесь. У меня же есть нож. Послушайте, мне нужно всего лишь попасть домой прямо сейчас. Или мне нужно добраться до Мога Чотры быстро. Вы говорили то, что следующий Maiden's Feast, то есть жертвоприношение, будет Shellmount. Давайте про Shellmount спросим. Да, это так грустно. Они всегда хотят с нами сравниться, но... Ой, пожалуйста, девочки с Мелмаунда очень хорошо выглядят, по-моему. Он сказал... Как мне добраться до Шелмаунда? Следовать Вони? Да, как смешно. Мне нужно добраться до Мога Чотры быстро. Хорошая идея. Если ты пожертвуешь собой до Мога Чотры, это может все восстановить все вещи на правильный путь. И тебе придется сразиться с другими девами в Шелмаунд. Давай вернемся назад о том, что поговорим в Мерилофте. Я так и знал то, что это место, разговор в этом месте, наконец-то дойдет до тебя. Почему я не должна говорить с Джесси? Одно из ее яиц пропало, когда она убежала. Я думаю, замена в виде золотого яйца, которое мы положили, дурачит ее. Бедная Джесси, куда пропало ее яйцо? Where did her egg go? It's against the Preener code to point fingers. But Gus was on cleaning duty, and it wouldn't be the first time that oaf fell short. Shh, son. Remember what Brother Lightbeard said? Loose beaks cause leaks. Это против их кодекса указывать пальцем куда-то, но вот он сказал то, что, мол, когда мы что-то там прочищали, то это не первый случай был, когда что-то куда-то упало. Видимо, хотел он это сказать. Знаете, где я могу найти яйцо Джесси? Если Гас правда его забрал, то он немножко
Dance? А, ну, видимо, немножко не в себе, ментально и физически. Наверное, он упал сквозь облака и разлегся где-то в лесу. Можете ли вы мне рассказать о брате Лайтберде? Ну, Лайтберд — это маленькая борода, видимо. Can you tell me about brother Lightbeard? Happy to. Конечно. Он великолепный философ и такой-то инструктор. Мы следовали за братом Лайтбердом сюда найти вверх по облакам, чтобы узнать философию какую-то там. Что такое tend? Tend — это ухаживать. Хорошо, узнаешь новые слова на английском. Взял переводчик там где-то, открыл в оверлее Steam и сидишь, переводишь. Не должны ли птицы ухаживать за гнездами? А, как в любом случае мы можем на этих облаках плыть куда-то? Давайте спросим. Anyway? No, объем? Чё? Территория? Yeah, что? Yeah, yeah. Чё они говорят? Это все насчет территориальной территории? Фунты на квадратные дюймы? Что он сказал сейчас? Короче говоря, неважно. Это, видимо, была шутка, и я ее не осознал. Потому что мне плохо, видимо, осознанием английского. А, ну, волюм — это объем. По-моему. Да, неважно. Давайте спросим про птиц. Well, exactly. Ну, вообще-то, эти птицы не создатели домов. Fat, then, poof, right the blow, well, в общем, no freestyling, chit. Sorry, Pop. В общем, они, видимо, выносят много яиц и так далее, и потом они уходят или улетают вниз через облака и так далее. You a friend of Jesse's? Куда я полетел? Стоять. Что будет, если я, кстати, вниз улечу? Hi there. Привет. Она спросила, не ты ли друг Джесси? You birds wanna help me kill my chotru? Хотите мне помочь убить Чотру? Looks like something's going on down this ladder. Похоже, что происходит здесь внизу по этой вниз, если идти вниз по этой лестнице. Нет, я там были вот облачные туфли. Careful. Кого-то убьет. I told you to be careful. Я говорил тебе быть осторожнее. Все хорошо. Просто вся моя жизнь куда-то пропала сейчас. Извинишь, как тебя зовут? Давайте извинимся. Sorry. About what? Насчет чего? Насчет твоего ножа. О, oh, right. Oh, мой my нож. Окей. Okay. Так, значит, как тебя зовут? Могу тебя спросить об этих странных парнях там внизу. Ты не можешь сделать эти шляпы без ножа? Я тебе позволю вернуться назад. Открывать. Он должен есть нож, точно можно отдать. Как тебя зовут? Карл? Карл. Это Карл. Это Кэрол. Просто некоторые буквы убраны. Потому что они слишком... Это слишком глупо, чтобы их повторять. Окей. Карл. Окей. В принципе, если из моего имени убрать буквы, то ничего не изменится. В принципе. Хотя, как сказать... И мое имя, если убрать букву L, это, конечно, надо постараться. Вот вам домашнее задание. А как вы произнесете мягкий знак-то? Насчет ножа спросим. Шляпы? Я здесь создаю спасающие жизнь облачные туфли. А зачем ты пришла сюда? Ты создаешь туфли из облаков? Облак, точнее. Нет, туфли, которые позволяют тебе не падать через облака. Они справляют твой вес и так далее, бла-бла-бла. Area, скажем. Или attitude, я не помню. Area, наверное. Фунты на квадратный дюйм.
Маленькие твои маленькие ножки пролетят сквозь облако только так. Эй, ты можешь сделать мне парочку этих туфель? Hey, can you make me a pair of cloud shoes? Well, I can't make anything. Я ничего не могу сделать без моего ножа. Почему ты не используешь свои зубы, что? Why don't you use your teeth? Shoes made of teeth? That's crazy. Туфли, сделанные из зубов, это ужасно. Что? Что с ним вообще было не так? Почему про зубы подумал? О, господи. Эй, могу я тебя спросить о этих странных парнях там внизу? Hey, can I ask you about those weird guys down there? My husband and son. Моем муже и сыне? What did they do this time? Что они сделали на этот раз? Мне кажется, они хотели кому-то навредить при помощи этих палок. Я не думаю, что эти парни работают здесь так же... так же сильно, я не знаю, как слово подобрать. Так же много, как ты. Это все, кто здесь есть? Ты должна быть очень горда этим. Бла-бла-бла. А что сказать-то? Ну, давайте это скажем. То, что они не работают так очень хорошо, как она. Я думаю, так и есть, потому что с того момента, как... я думаю, они так же работают, как и она, потому что она потеряла свой нож. Должна быть очень горда этим. I wish she had just had an affair, like most middle-aged men, instead of dragging us all up here. Чё она сказала? Она сказала очень горда, потом она так быстро сказала, что я даже не успел прочитать до конца. Блин, поэтому я не люблю адвенчуры с множеством персонажей. Они говорят так быстро, что не успеваешь половину понять. Ещё и на английском. Это все, кто здесь есть? Is that all of them? Well, there's McGee. Ну, здесь ещё есть Маги, тинейджер. Off their head in the cloud somewhere. Где-то там в облаках. You know what I mean. Если знаешь, о чём я говорю. Нет, там в облаках. Ну, да, здесь двойной смысл. Похоже, они хотели сделать кому-то больно при помощи этих палок. Ой, мой муж никогда этого не сделает. У него всегда есть правила против драк здесь. Хармни? Что за Хармни? Хармни? Хармни Лайтбирд. Это гуру, за которым следовал мой муж. Твой муж следовал за гуру? Your husband is following a guru? He moved the whole family up here, so we could study Harmony Lightbeard's philosophy of lightness. Мы все сюда приехали со всей семьей сюда, чтобы он мог следовать этой философии. Я просто дала ему с этим поиграться. Oh, sorry. Was I going on about them again? Well, I'll let you get back to your work. Oh, my work. Да, она сказала, мол, хватит с ее семьей, потом я тебе дам к своей боте вернуться. А где ножик? Он упал, что ли? Санова бич. You'd think this would be the one place you could walk around barefoot. Похоже, это место, на котором, по которому ты думаешь, что сможешь ходить с голыми ногами. А если с ним поговорить? Hey, thanks for saving my life. Спасибо, что спал мне жизнь здесь, там. Sorry, I said you were part vulture. Извини, что я говорил, что ты вулчер. Стервятник. Вулчер это стервятник. Ну я почти угадал, нет, хотя стервятник он не хищник, он сраный падальщик. Those don't look like Jesse's. Better leave them alone. Не выглядит как Джесси. А что будет, если я упаду здесь? Давайте посмотрим. Я вернусь, наверное, назад, или меня кто-нибудь спасет. Что произошло? Окей. Я тогда сюда пойду. Куда ведет? Я должна пойти в этом направлении, чтобы найти еще больше облаков. Или облак. Черт! Че мне с падежами? С множественным числом. Че он сказал? Может быть, этот знак только для птиц. Типа, ок. Дай сюда пройти. Спасибо. Ладно, пойдемте налево. За женщину налево, я сраный секси знаю. Потрясающий свитер! В Норильске бы такой пригодился, я думаю. Сейчас, в январе. Пожалуйста, положите свое предложение в... Или что-то там, что можете дать в эти тарелки предложения. Ты кто? Вообще. Hi, are you? You may call me можно звонить меня... отец. Yes, me, извините, не отец. Нет, не отец. Не отец, а тыц. А, нет, подождите. Перо, в смысле, он имел в виду. Гармони дал мне это имя, оно прям как... это целая честь для меня. В общем, он сказал... Он сказал...
А это и Father, и Feather одновременно, то есть и отец, и перо. В общем, она подумала, что отец, потом показала, что он перо, его перо зовут. Что ты здесь охраняешь? Ты знаешь, куда ушел Газ? Газ — это тот, кто украл, видимо, яйцо у Джесси. Я не думала, что здесь... Я не думаю, что здесь есть большая лестница, которая ведет вниз. Давайте спросим, что ты здесь охраняешь. Я должен быть уверен в том, что время брата Лайтберда не было потеряно просто так. Он теперь занятый человек. Значит, ты телохранитель мистера Лайтберда? Нет, здесь не нужно меня обзывать и так далее. Могу я подняться вверх и увидеть мистера Лайтберда? Can I go up and see Mr. Lightbeard? All are welcome on Brother Lightbeard's cloud after they make an offering. Всем рады на облаке мистера Лайтберда после того, как они сделают какое-то там предложение. Offer — это предложение. Ну, видимо, предложение какое-то. What kind of offering? It's not какого типа? The object that matters. But the thought... Не объект главен, точнее, не то, что из себя представляет это предложение, а то, что за ним скрывается. Ты знаешь, куда ушел Газ? You know Gus went? He's got an egg I need. У него есть яйцо, которое мне нужно. Struggling with the concept of lightness. He is yet to give up even a single letter in his name. He's worried people will think his name is Gas. Он сказал то, что... Мол, это тот человек, у которого плохо с мыслью о легкости. Он даже отказался отдавать одну букву из своего имени. Он думал, что все будут называть его Газом. Могу я просто подняться наверх по лестнице без какого-то предложения? Брат Лайтберд дал тебе эту возможность, чтобы... чтобы что-то сбросить с себя. Это не для него он делает хорошо, а для тебя. Что такое оферинг? Надо посмотреть. Это же предложение. Да, это предложение, но как-то звучит глупо. Может, подарок назвать будет? Давайте будет назвать это подарок, я не знаю. Предложение как-то не звучит. Давайте про лестницу спросим. Последний раз, когда я проверял, множество лестниц шли в обоих направлениях. Я позволю тебе вернуться назад к работе. Так, назад, вверх мне не дадут пройти, да? Yes, так, положишь подарок в одну из этих сраных тарелок, пошел ты в задницу. Вонючий жирдяй. У тебя мозги пропитаны жиром. Зачем ты нужен этому сообществу? Да, ладно. Неважно. Мертвые птицы. Как тебе вид отсюда? Мне очень нравится твой наряд. Кстати, да, наряд клевый. Я просто не знаю, что это такое. Видимо, у него... Это голова, скорее всего. Такая у него, знаете, как у Стюи из Гриффинов. Что ты делаешь здесь? Я тебя оставлю в покое. Давайте скажем про одежду. И она мне тоже нравится. Правда, она не очень хороша, наверное. А еще до кучи... Эти туфли, которые у меня были, они слишком тугие. Ты сказал что-то насчет этих туфель? Did you say something about shoes? Yeah, why? Да, you что, need тебе они нужны? Забери, мне даже не нужны. I'm gonna sit here forever. Я буду сидеть здесь до конца своей жизни. Как вид отсюда? So, how's the view up there? I don't know. Я не знаю. All I can see is my Сейчас могу что увидеть, это лицо моей разочарованной матери. Что ты здесь делаешь? What are you doing down here? I'm an offering for the maiden. Я предложение для жертвоприношения. Jeez, it's worse than I thought. Это хуже, чем я думала. Я была тоже на жертвоприношении сегодня, если что. I was in a maiden's feast too, just today, in fact. Oh, really? Правда? Тебя не выбрали? Тебя тоже не выбрали? А, ее не выбрали тоже. Нет, меня выбрали, но я сразилась и убежала. Well. No, I got picked, but I put up a fight and got away. You... Ты что? What?
Я просто подумала, что почему бы не сразиться с монстром, ты знаешь? А, конечно. Тебя просто не выбрали. Это нормально. А, посиди со мной, сестренка. Странный вид для девы, которая приносит на жертвоприношение. Или... Слушай, это, похоже, пришло время, когда нам нужно сражаться, начать сражаться с этим монстром. Я думаю, что время, когда мы начали бороться с этим монстром. Это ты просто проходишь через фазу злости, когда тебя не выбрали. Это было со мной вчера. Какой-то странный вид для жертвоприношения. Я не могу помочь тому, как я выгляжу. Мне просто тут сломанные клетки и так далее. А, ну да, потому что жертвоприношение закончено. Нужна помощь, чтобы все это очистить и... Жертвоприношение закончено, что ты здесь делаешь? If the feast is over, what are you doing here? Rub it in, why don't you? I'm still here. Я до сих пор здесь, потому что меня не выбрали, хорошо? Okay. Посмотри на светлую сторону этого дела. Тебя не съел монстр? Look on the bright side. You didn't get eaten by a monster. I'd rather do that than face my family. Я лучше бы это сделали, чем снова сталкиваться с моей семьей. Кого я обманываю? Они, наверное, спрыгнули с облака, потому что я пристыдила их. Тебе нужно помочь это все очистить? Зачем об этом заботиться? Ну просто здесь как-то грязновато. Ну, как и я. Мне это нравится. Нет, не грязно. Я просто ухожу. Как и сделал Мок Чотра со мной. Просто уходи. Неважно, вы поняли, что сказала? Она сказала, я ухожу. Она сказала, как и Мок Чотра сделал со мной, и просто ушел. И вообще грязная, она не грязная, это в смысле какой-то бардак, и потом она сказала про себя то, что у нее бардак, видимо, с ней. Мне не нравится, как этот на меня смотрит. Так, все, мне больше ничего не надо. Может, надеть можно? I hope that's not a real bird. Все? А, ну, видимо, я сейчас могу пойти направо, а там, видимо, нельзя было раньше. Что это было? А, видимо, они поднимают наверх, если падаешь. Да, здесь, видите, нужны сапоги. Я Мэгги. Они выглядят как Джесси. Лучше оставить. А как ты определила, где Джесси, где не Джесси? Привет, Мэгги. Бигмани. Что здесь? Ничего. Как ты сказала, тебя зовут? Что ты делаешь здесь? Что ты делаешь здесь? Есть ли какой-нибудь шанс уйти с этого облака? А, какие птицы могут откладывать золотые яйца? Давайте спросим про имя. What did you say your name was? Мэгги. Мэгги. Это Мэгги без A. Идея моего папы. Ты не против того, что твой папа забрал A из твоего имени? Ну, это как ему сказал... Да, но мой папа сказал... Ну, знаешь, A это лучше, чем потерять, чем... A лучше потерять, чем I. Маге. А что будет... Мэг... что-то не понимаю. Мэг и... Ну, видимо, здесь какой-то английский юмор, что-то не понимаю. Что за слово Мэг... Есть. Ну, слово маг с буквой A это болтун, а мы еще есть маг слово с буквой U это кружка, так что я не знаю. Твой папа очень веселый или очень страшный? Давайте скажем страшный. Он не был перед тем, как не присоединиться к этому культу. Ой, я это очень громко сказала? Твой папа в культе? Да, он говорил... Он слишком дошел далеко зашел со своей службой и Лайтбирду. По крайней мере, он прошел через, по-моему, он сказал, прошел через фазу танцев. А есть ли какой-нибудь способ убраться с этого облака? Думаешь, я была бы здесь, если бы он был? Здесь был какой-то там лифт, который вел прямо вниз, но Гармони его уничтожил. Может быть, я просто смогу прыгнуть? Нет, это не сработает, я уже пробовал.
Пробовала, не получилось. Пробовала, не получилось. Упси, птица увидит тебя и принесет назад. То, что тебе нужно, это лестница. Но она должна быть намного больше, чем моя. Че, у нее есть лестница? Почему они забрали Физервейтер? Ну, здесь, в общем, элевейтер и физер вместе объединили слово. То есть получилось перо и лифт. То есть получается пиролифт. Давайте мы будем называть его пиролифт. Почему они уничтожили пиролифт? Хармони решил то, что ни у кого нет причин, чтобы уйти отсюда. Что ты здесь делаешь точно? Или мы спрашивали? Давайте спросим про золотые яйца. Вот эти вот? Это замена яйцам. Мы отдаем их старым птицам, у которых нет яиц. Они созданы из золота? Почему они созданы из золота? Это самое тяжелое вещество, которое у нас есть. А мы специально их делаем из золота, чтобы птицы не могли их унести и потерять. Эй, классные тапки. Моя мама сделала их для меня. Другие дети, у других людей есть клевые тапки, но у меня домашние. Но ты не говори ей, хорошо? Это вещь, это то, что она делает эти тапки, это все, что у нее есть. Лайтбирд, серьезно обо всем вот этом легком, обо всей этой легкости говорит? Лайтбирд really serious about this lightness thing, isn't he? Ну, конечно. Люди говорят то, что он только ест только перья, но это неправда. Он только лижет их. О боже мой, что за херня? Что ты здесь делаешь? Я забочусь об этих яйцах. Если бы не за меня, они бы просто стали бы пыльными или еще что-нибудь. Как ты добираешься до яиц вот на тех верхних... черт, Несс. Ну я же говорил это слово. Я хочу сказать седалище постоянно. Господи, Нест! Илья! Боже! Гнездо, ё-моё! Охренеть, слово забыл. Говорил же уже его. Ну, потому что я маленькая, понимаешь? Я просто с тобой играюсь. У меня есть лестница. Можешь... Могу ли я отложить у тебя лестницу? Hey, can I borrow your ladder? Okay. Ну, конечно. Huh, that's awfully small. А, она очень Wait, маленькая. Things can surprise you, okay? Эй, маленькие вещи очень могут удивлять. Окей. Тим Шефер. Это для взрослых, наверное, был прикол, или мне показалось. Hey, that's my это мой нож. It didn't land on anybody. Хорошо, что он ни на кого не приземлился. Вау. It's my mom's special ceremonial knife. Это нож, специальный нож, церемониальный нож моей мамы. Яйца можно взять? Those don't look like Jesse's. Ну понятно, сейчас надо сходить к... обратно отдать нож и так далее. Ну давайте сначала пойдем сюда. Ой, черт, я два раза щелкнул, может быть там что-нибудь произошло, но неважно. Здрасте! О, она похожа на Джесси. Hi there. Those don't look like Jessie's. Better leave them alone. А вот зачем мне золотые яйца? Что, давайте поставим. Ну это единственное, что можно забрать. Правда, нахрена нам. А, я могу положить его на. Ох ты, ёпарась это. Эй, не надо так. Эти... Sheesh, that was rude. Uh-oh, it sinks without the hooks. Она говорит, что вот эти вот закрепления — это очень нужная штука, созданная для безопасности. Зачем ты это делаешь? Это закрепления, которые закрепляли здесь. Пока что никак не могу забрать, да? У меня же ничего нету. И
Яйца. Ладно, мне это яйцо нужно будет, чтобы положить его в корзину. Чтобы меня пропустили наверх. Hi. Теперь ножик можно отдать. На свой ножик. Зарежь ее, Это крутой нож. Хороший баланс. И тут немножко крови. Чем меньше я знаю об истории этого? Об истории этого ножа, тем лучше. Я знаю, что они большие, но они будут хороши. Поверь мне, что... Черт, я не успел прочитать! Ну, неважно, она сказала, мол, поверь, это хорошие тапки, бла-бла-бла, все такое, все нормально, отстань. И так далее. Тогда я сюда пойду. Положу эти тапки. Please place your offering into the bowls of enlightening. А, наверное, надо в три положить. A light offering. Harmony will be pleased. Легкое предложение, я сказал. Гармони будет очень доволен. О, боже мой. Сам гигантская лестница в мире, е-мое.